давай, комментарии для блога. Ну, блог, они могут быть, я думаю, когда. Блог влога спокойно. Не то есть на камеру не работает, да, шок тебя. На камеру не работает. Чуть ближе подвел к этому самому, к берегу, или чуть ближе к берегу подвел и сразу же. Есть. Ты тоже? Ну-ка, подними свою. Все видели, что там... Ну, все, успокаивайся. Видел, как догонял. Красавчик. А? Блин. Тебе не нравится, что щука не ловится? Как это, Андрей? Говорят блогеры. Нужно поменять анимацию приманки. Встретились бы мы с тобой пару дней назад, ты бы точно был в прилове. А так? Есть. Я прошу прощения, но за глаз. Тише, за спину. Что ж ты такая счастливая-то, а? Ха-ха-ха-ха, вот. Все.
Видел, да? Красиво. И стало, главное, видишь, она. Почему? Нет вот никакого удара даже нету. Она чик и стала. Она стала заедать. Ну, я к тому, что по поклевке. Вообще никак не чувствуется. Это поклевка. Она стала, взяла в рот, стала, ну, она когда она даже берет эту. Когда жерли поднять, ну, на веса. Она то же самое. Она взяла, дернула, стоит. Потом она раз, поставила. Есть. Было, по-моему, два выхода было. Кто-то промазал. Окунёк. Ну, всё такой хороший. А? Ну да, я свою так нормально веду, упористо. Уже вынимал приманку из воды. Смотри. Ты зачем погнался? Как ты? Да ты. Ладно, ты длиннее чуть-чуть. Порвался бы рот. Тише, тише. Опа, да. Есть. Я думаю, это вообще этого года даже не прошлого. Да, блин. Ну, делай ты. Есть. Это что, та же, что ли?
Хорош? Фу, ё-ё-ё. Промазал за бок. Все-таки догнала. И сбоку зацепился. И... Да, вынимайся. Тут не хочешь, ладно. Давай. Ну там щука хорошая. И тут же щука с полным выходом из воды. Это я щуку наловила. Вот такая троичка зелененькая. Есть. О, крупняк пошел. Опа. Это все, что длиннее воблера берем. Была? Все-таки есть. Ну там совсем что-то как-то. Тише. Слушай, ну сейчас отпущу, ну что-то. Все? Успокоилась? Там хорошая была, стояла щука. Ну, для тебя хороша, как бы, я-то больше ловил, но ты, ага, для тебя самое то. Хорошо? Хорошо, я просто сейчас, ну, я когда тяну, я, получается, отворачиваюсь в эту сторону. Так ты просто подними его, он все на камеру снимет. Но это не жерех. А мы что, методом... Давайте все фотографируемся, а потом выберем. Мы методом исключения? Давай. Как вы там... Ты же ближе подними ко мне ее. Руки вытяни. Ты хоть улыбнись хоть чуть-чуть, но... Я же говорю, подожди, а делай. Вот это, кстати. Не-не-не-не-не-не.
Не-не-не-не-не, говорю, я не хочу там спасать. Я ни одной рыбы не поймал. Тише. Я умудрилась на три.